смотрите, кого возле ЦУМа встретила. Алло, привет. О, Оля, привет. А я передачу жду. Какую? «Игра не гора, моя любимая»? Нет, они же на «Волге» снимают. Поясни за шмаль. Поясни за шмот, может быть? Нет, там эстебл. Давай с ботинок начнем. Ну, давайте. Что за туфли такие шикарные? Белая саламандра. Говорят, самая быстрая ящерица на планете. Догнал. Кстати, подписчики спрашивают, откуда у вас телефон такой хороший. А до нашего. За сыном? За сыном. За чьим-то сыном. Невнимательным. Майка Валентина. Да ладно. Да. Теща моя Валентина Михайловна. Любимая подарила. А вы что? А я ей дочь вернул. В гнездо змеиное. Куртка от отца досталась. Он у меня летчик был. Или таксист. А, ну и кепка Гуччи. 1900. Евро. 5-го года. Метро. Переход. Сейчас Дудь приедет. Да ладно, Юрий Дудь? Мишка Дудь. Одноклассник мой. Ну, косой такой. До 8-го класса в штанишки дудел. Эй, мы его дудем, Наталья. Ну, все. Короче говоря, я собралась в командировку. Наготовила запас супа, забила холодильник, приготовила второе. Показала, где лежат чистые носки, футболки и туалетная бумага. Написала список его друзей, которых можно позвать в гости и нельзя. Напомнила, что у нас есть две собаки, и их надо кормить. Муж сказал, что он и так все знает, и все будет хорошо. Попрощались. Зашла в лифт, позвонил муж. Спросил, как включается плита. Вернулась. Показала. Вышла снова. Снова позвонил. Вернулась. Сказал, что у нас небольшая проблемка. Потушили. Помыла плиту, мужа, разогрела еду сама. Снова вышла, перекрестилась. Поел суп, второе, и еще что-то, и еще. Короче, сожрал все, что было на неделю. Было одновременно и хорошо, и плохо. Позвонил жене спросить, где таблетки от живота. Сел играть в приставку. Позвонили друзья, позвали пить пиво. Стал выбирать, что надеть. Пошел гладить. Миссия провалилась. Замел следы, оделся. Хорошо, что никто не лезет со своими советами. Стал искать ключи. Позвонил жене спросить, где они. Я сказала, что не знаю, где его ключи. Короче говоря, пусть лучше дома посидит. Приехали скоро. Здравствуйте, заходите. Здравствуйте. Что ж так долго-то ехали? Пробки стояли. Какой пробки? У вас же сирена. Государство вопроса. Сломала сирена. У меня муж третий день не шевелится. Блин, парализовала. Че, парализовала? А че, а вы боль чувствуете? Нет. Нет? Uh-huh. Сейчас проверю. Что такое? О, реально, Рудик, реально не чувствует боли. Что вы делаете? Чай наливаю. А температуру мерили? Какую температуру? Он же не шевелится. Что, издеваетесь? Надо было померить. Ну, ладно, делайте, что сейчас хотите. Там пройдет все. Так, Мариш, подожди, у вас полис есть? Ой, а у нас полиса нет. Нет полиса. Ложные вызовы. Ой. Вот эти, вы что, блин, издеваетесь, что ли? У нас столько работы. Да плохо же ему, ну помогите, ну. Так, всего доброго. В следующий раз будете штраф платить за ложные вызовы. Да, это не ложные. Мы вас предупреждаем. Ну чё, всем привет! Продолжаем учить женский язык. Итак, lesson 3. Я, наверное, в джинсах пойду. А ножки-то я не побрила. А ты эту футболку носишь? Дорогой, мои поздравления. У нас новая половая тряпка. Дим, ты уже разделся? Я 50 тысяч раз сказала, мусор быстро вынес. Дим, это твоя бритва? Я только что ей побрила свои ножки и еще кое-что. Ты же не против? Прикинь, Катюха купила сумку за 3000 евро и не знает, как об этом мужу сказать. Прикинь, я себе сумку купила за 3000 евро и не знаю, как тебе об этом сказать. Откуда ты знаешь? Чё? Дима, а можно я ее себе оставлю? Ну, если только так будешь носить. Ну что, друзья, это был Lesson 3. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Мам, доброе утро. А какое сегодня число? Сука, как так-то? Только вчера 1 июня было. Тынь-тынь-тынь, все по домам. Алло, Лёха, собирай всех! Алёша плачет. А, налейте ему водочки и сигаретки дайте. Я перезвоню. Блин, так в футбик и не поиграли. На море не съездили, Катьку я так и не... Чё мы вообще всё лето делали? Вова, ты литературу всю прочитал? Ну да, типа там... Что нет. Типа, читал или нет? Извольте отнюдь. О, Катька новую фотку выложила. А откуда сиськи? Вчера ж не было. Вова, собирайся на рынок, едем тетрадки новые купить, форму новую нужно. Еще дневник тебе забыли купить. Суббота. Чем можно занять себя в субботу? В субботу, к примеру, можно делать ничего. Проснулся с позаранку, петушки кукарекают, сел на кровать и подумал, а сделаю-ка я ничего. Запах с кухни жареных блинов.
приходишь туда, а там ничего. Поеду погуляю где-нибудь. Суббота все-таки выходной, а вдруг пробки. Выезжаешь на дорогу, а пробок нет. А знаешь почему? Потому что на дороге нет ничего. Звонишь друзьям. Суббота, выходной, хочется погулять. Привет, Серёза. Привет, Андрюса. Пойдем гулять субботу вечером выходной. Пойдем гулять субботу вечером выходной. А что мы будем делать? Ничего. Здравствуй, суббота. Здравствуй, ничего. Так, Вова, у меня стирка, дай одеяло простирну. О, господи, срамота-то какая. Представляешь, захожу, он свою пипку телепает. Да я ничего не делал, просто зачесалась. И часто ты так чешешь? Вова, иди помоги маме на кухню. Мам, я занят. Там морковку подери, ты же умеешь, ну минута делов. Дрочила. Господи, весь в отца, весь в отца. А я все думаю, откуда пятна на покрывалах? Чай же ты за столом пьешь. У тебя что, девочки нет? Есть. Ну так пригласи ее в гости, а мы с папой в другие гости пойдем. Толя, ему в армию нельзя, он себе там руку сотрет. Интернет тебе для учебы нужен был? Правда, для учебы. Ну показывай, чему научился. Фу. А, это YouTube. Всем здравствуйте, я Лариса. И я мать семерых детей. Девочки, нет сил уже повторять. Я больше не работаю. Сейчас я прохожу опросы, за которые получаю 35 тысяч в неделю. Теперь я сижу с малышками и прохожу опросы. Загляните на мою страничку. Если вы натыкались на такие комментарии, то знайте, что это наебало. Можете смело нажимать на кнопку спам, когда видите такой комментарий. Ну честное слово, заебали вы уже со своими опросами. Все комментарии в инстаграме засрались, сука, этим говном. На минуточку, блядь. Сколько можно это терпеть? Никто не хочет меня понять, а я жива. Привет, ребята, как дела? Сегодня отличная погода, у меня шикарное настроение. Проголосуйте, как настроение у вас, отлично или не очень? Отлично. Отлично? Не очень. Так, кто посмотрел? Неинтересно. Ты кто? О, это ж моя одноклассница, как дела? Хорошо, я счастливая мама двух ангелочков. А, понятно. Пока. Так, а ты кто? Ноготочки Краснодар. Точно? Вот, и короче, так я узнала, что новая девушка моего бывшего смотрит мои сторис с чужой страницы, прикинь. Да я же вижу, что ты прочитала, чё молчишь? Привет. Привет. Ты кто? Я Антон. Ты что, не узнала? Я ж тебя заблокировала. У меня кое-что для тебя есть. Ой, сыночек пришел. Ну как первый день в школе? Понятно. Так, ну что случилось? Ничего не случилось. Так, давай рассказывай. Математичка тупая, блин. Взяла двойку, поставила за поведение сразу же. И говорю, а что она? Подожди, подожди, подожди. Магазинчик закрой. Продолжай. Она же взяла мне и двойку поставила. Сочинение по-русскому писали. У меня одноклассники за границу съездили. Мне вообще не о чем писать. А как ты нам на даче помогал? Почему об этом не написал? Мам, да кому интересно будет, как я по грядкам навоз растаскивала? Мне кажется, это да, мам, очень даже что? Интересно. Не надо, а? Сынок, ты пойми, что ты у нас самый хороший и самый красивый. Правда? Да, да, да. Так что давай, не кисни. Завтра на учебу пойдем. Магазинчик закрой. Ах ты молодец, мой хороший. Ой, ля, какой. Оля. Это я. Оля, это я. Больно. Это я. Да я узнала. Правильно, потому что я очки снял. Я тебе беляш купил. Я такое не ем. На. А что ты в очках? А это потому, что я работу новую нашел. Я теперь шпион. Я по точкам езжу и беляши пробую. Тайный покупатель? Бесплатно. Контора платит. Наверное, скоро машину выдаст. Спорткар. Волга. А знаешь, почему меня взяли? Потому что я как Джеймс Бонд. Главное, не выделяться из толпы. Быть как все. Быть незаметным. Оля, стой. Тут я лежу. Ой, не заметила. Видишь? А вы вообще не боитесь-то есть? У меня, знаешь, какой желудок сильный. Нам сказали, что у нас повышение будет и отправят по ресторану. Ну, тех, кто выживет. Хочешь быть девушкой Бонда? Ну, все. Расходимся. Я первый. А почему первый? Ну ты же беляш не ела.